Тот самый случай, когда дети знают правила дорожного движения лучше, чем некоторые взрослые. Речь об отрядах юных инспекторов. Кроме того, ребята еще и способны объяснять малышам, как правильно передвигаться по улицам. 6 марта у движения юных инспекторов дорожного движения полувековой юбилей. На территории города и района действует 8 таких отрядов. Отряд ЮИТ школы номер 7 города Слободского в прошлом году выезжал на областное соревнование «Безопасное колесо» в город Киров, где показали довольно хороший результат. Они заняли 7 место из 42 возможных. То есть ребята ехали в первый раз, и для первого раза это довольно хороший результат. Отряды подробно изучают правила безопасного поведения на дорогах, кроме того, считаются надежными помощниками госавтоинспекции, поскольку оказывают помощь в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участвуют в лекциях и конкурсах, выходят в рейды с сотрудниками ГИБДД и пробуют силы в творческих мероприятиях. И почему решили прийти в отряд юных инспекторов? Нам стало интересно изучать правила дорожного движения. Это пригодится в жизни. Помогаем младшим. В этом году будем их готовить к соревнованиям по безопасному колесу. Один из слободских отрядов на протяжении более 20 лет возглавляет Людмила Полушкина. В прошлом инспектор ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Сейчас под ее началом занимается около 15 человек. Но я считаю, что занятия в кружках отряда юных инспекторов – это большая польза и для самих детей, и для всех учащихся, потому что ребята получают хорошие навыки правил дорожного движения, соблюдения, дружно участвуют, это помимо школьной учебной деятельности. Особенно практику любят, когда у нас практика весной, езда на велосипеде, оказание первой медицинской помощи, вот какие-то соревнования, они с удовольствием занимаются. В честь юбилея движения концерт в Доме культуры. Особо отличившимся – грамоты. И всем слова благодарности за старание и серьезный подход к делу пропаганды безопасности на дорогах.